173 спортсмена из Чувашии получат персональную стипендию от главы региона. Среди стипендиатов Кристина и Ксения Яковлева из Урмарского района. Сестры занимаются легкой атлетикой и уже вошли в состав сборной России. Это, кстати, одно из главных условий получения стипендии. Рифат Фаткулин встретился со спортсменками. На полках и шкафах нет свободного места. Повсюду сверкают медали и кубки, словно в зале славы. Все это спортивное золото и серебро принадлежит Кристине и Ксении. Тренировки в паре позволили добиться успеха. Они вошли в состав юниорской сборной России и неоднократно привозили золотые медали с самых представительных турниров. Заниматься спортом девушек вдохновила прославленная легкоатлетка Чувашии, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова. Ну, я люблю легкую атлетику с детства. Попала на секцию так, что папа однажды привез книжку, и там были все легкоатлеты Чуваши. И там была статья про Таню Архипову. Я зачиталась, мне так понравилось, все ее успехи, достижения. А дальше просто был отбор на соревнования на районные. Мы не попали. Ну, тренер нас заметил как-то, и вот мы поехали на следующий год. Да, на следующий год только вот. 1,5 километра за 4 минуты 27 секунд. У них даже личный рекорд одинаковый. Мечта тоже одна на двоих – выйти на мировой уровень. А пока, не теряя ни минуты, девушки в тандеме оттачивают свои навыки. Вдвоем не только весело, но и очень продуктивно делятся стипендиатки. Мы всегда вместе едем на соревнования, поддержка колоссальная у друг у друга. Вот мы даже больше переживаем друг за друга, чем за самих себя. Нет, не то, что вот мы рядом, это как-то помогает нам друг другу, то, что мы видим друг друга, то, что родной человек рядом. При общении с ними как будто находишь портал фильм «Двое, я и моя тень». Их путают судьи и соперники, но только не тренер. Правда, привыкнуть, как признается сам наставник, было нелегко. Но первое время я на самом деле их на лицо не различал. Они для меня были одинаковые. Ну, через месяца 3-4 я их начал различать. А сейчас я их по бегу даже различаю, по характеру, по их способностям и так далее. Всего в Чувашии стипендию главы за спортивные успехи получат 173 спортсмена. И все они входят в состав сборной России. Поощрение от 7 до 25 тысяч рублей. Рифат Фаткулин, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин, Республика.